Твери продолжается контроль качества работ, выполненных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Специальные комиссии берут пробы нового асфальта, чтобы проверить работу подрядчика. Ремонтная компания уже затронула все районы областной столицы. Напомним, что контракты заключены на 66 дорог. Ровно половина из них, 33 объекта дорожной сети, находится в ремонте. После завершения основного объема асфальтирования на всех объектах производится контроль качества. В случае несоответствия требованиям, все недостатки подрядчик будет устранять за свой счет. На сегодня произведен анализ проб на 15 улицах. Взяты образцы еще на двух. Значимых нареканий пока не возникало. Отбор проб проводится комиссионно. Качество асфальта с разных точек проверяют лаборатории разных учреждений государственных. Керны будут отправлены в лаборатории службы строительного контроля, УПРДОРа и дирекции дорожного фонда. В дальнейшем будет дано заключение о качестве, о соответствии покрытия требованиям ГОСТа.